Здорово! Короче, в нашей компании наконец-то появился древний ужас, за что огромная благодарность моему другу Саньку, и он же предоставил мне право ее распаковать для того, чтобы я заснял все это для вас. Так что поехали! Советую вам всем заварить чайку, так как это видео не для тех людей, кто куда-то опаздывает или там стоит в очереди, а для тех, у кого есть достаточно свободного времени, и те, кто ценят и видят некий буквально сакральный смысл в снятии пленки с новой игры, там, разглядыванию всех ее компонентов, вдыханию всех этих запахов, тактильных ощущениях от новой игры. В общем, если вы настроились на нужный лад, погнали. Ну что ж, вот он этот торжественный момент, вы можете наблюдать. Полная тайна опасности, приключения для 1-8 игроков. Ну, я думаю, что большинство из вас знает, что такое древний ужас. Это кооперативный Амери в сеттинге произведений Говарда Филлипса Лавкрафта. Конец света, все ближе. 1-8 игроков от 14 лет, 2-4 часа игры. Так, ну что, поехали. Опа. И здесь нас встречают вот такая книжица. 16 страниц правил. Довольно подробных. А вот, кстати, сразу полный состав игры. Игровое поле, справочник, листы сыщиков, ну и так далее. Пример подготовки. Справочник, который на 20 страниц, то есть правило на 16 и справочник на 20. Ну, здесь глоссарий, ответы на частые вопросы и все такое прочее в этом духе. Мелованная бумага, такая гладенькая, глянцевая, приятная на ощупь. Все круто. Игрокон, понятно, рекламка. О, еще буклет. Лучшие настольные игры от Hobby World. А вот такой мне, кстати, не попадался еще буклетик ни в одной из игр. Прикольно. Пуэрто-Рико, Тикет ту Райд. Тут прям такой солидный справочник. Классно. Дальше у нас тут жетоны, поле, карточки, карты, кубики, много зиплоков, подставки. Ну давайте по порядку. Смотрим жетоны. Ой, как круто, а! Все такое свеженькое, новое прям. Они на ощупь шершавые. Такое, как будто бы льняное покрытие у них. Смотрим жетон. Жетон врат, кстати. Плотный картон. Расслаиваться не должен. И вот совсем тут как бы, ну чуть-чуть видно, вот где он отламывался. Но совсем почти незаметно. Заусенца нет, можно сказать. Выдавливаются спокойно, как вы можете видеть. Рассудка и жетоны здоровья. Еще один лист с жетонами. И здесь у нас жетоны монстров. Фишки, вернее. Упыри, тут козлиные отродья, гуг, призраки, старцы, колдуны. И так далее. Жетоны билетов.
И третий лист с жетонами. Жетоны персонажей, фишки. Тоже давайте вблизи посмотрим. Все замечательно. У меня претензий никаких к жетонам. Ну, про это я уже говорил, это совсем ерунда. По сравнению с жетонами в других играх. Карты находятся не в запаянных пакетиках, а уже в зиплоках. Так удобнее, я считаю. Карты из льна. Полиграфия на высочайшем уровне. Отлично все. Ярко. Без косяков, без всяких там смещений. Все очень-очень здорово и качественно. Вообще, Аркхэм, как и Древний Ужас, это по большей части атмосфера произведений Лавкрафта. Неповторимая. Поэтому арты здесь не могут быть по умолчанию плохими. Вот, карточки древних мы видим. Мир уничтожим. Азатот. Йоксатот. Шубнигурат. Я Шубнигурат. Ктулуфтагн. Вот эти карточки уже из обычного картона. Ну, с печатью тоже все хорошо, все отлично. Дальше у нас идут карты предметов. Предметов, заклинаний, в общем, всякой разного инвентаря. То, что мы можем взять в инвентарь. Молнии мед, меч святого Иеронима. Все вот это вот предметы, там разные заклинания, дорогой костюм, вот есть вещи, книги, услуга командная, чартерный рейс, услуги, карточки безумия, благословения, кубы и подставки. Фишка вставляется отлично. Без особых усилий, все круто. Ну и внутри коробки, на вот этой вот подкладке, мы тоже можем наблюдать замечательный арт. Такой же, как на обложке, только в двуцветном исполнении. А кубики здесь обычные, кстати. Такие небольшие довольно-таки кубики. Ну что, давайте откроем самый главный компонент игры, самый большой, игровое поле. Так, наверное, все в кадр не влезло даже. Вот так. О, боже мой. Это просто восхитительно. Ну что ж, дорогие друзья, как могли видеть, в Древнем Ужасе просто огромное количество компонентов, все они отличнейшего качества, что в принципе является стандартом для игр от FFG. Hobby World молодцы, издали, локализовали отличную настольную игру, которая подарит массу положительных эмоций игрокам. Вам, дорогие друзья, советую в нее обязательно поиграть и подписаться на наш канал. Скоро увидимся, пока!